Идите. Раз, два, три. Кошечки-собачки. Ух ты. С каким она открывает? Давайте посмотрим, кто у нас. Так, у меня, по-моему, Максик. Открой, да, и ей да, тоже. Да, я тебя открою. А у тебя? Лена, открывай, потом Вики. Посмотрим. Какой кофе, Вики? У Вики? Какой у нас же есть Вики. Еще одна, что ли? Ага. Да, опять ей Вики попалась. У меня сейчас, покажу, мне Максик, по-моему. Всех персонажей знаем. Живот, давай что-то пакетики. У меня Максик. Дай. Это моя. Дай я посмотрю. Это Максик. Это моя. Это пушистый. Это моя. Твоя, да, я посмотрю. Это конфетки. А, они красивые. Угу. Иди. Лейла, открой тоже. А задание не, мы не будем открывать. Мы про задание забыли, то все. На, держи, открой. Кушай. Ой! О, прям две наклейки. Угу. Ну что, давай. Вкусно? Что там? Подготовь поздравления друзьям и родным. Или подготовь открытие. Подготовь открытки или видео открытки. В смысле, нарисовать открытки или просто видео открытки поздравить в видео. Ну, Соня с Катей, наверное, ты и так вот видео запишешь. Да, все, пока-пока. Вкусно? Понравились игрушки вам? Очень. Спасибо, Дедушка Мороз. Спасибо, Дед Мороз. Да не давай, пока скажи. Милуша. Пока-пока. Пока. Так, у нас задание было нарисовать открытки. Ну, я, конечно же, нарисовала открытки. Там, бабушке, дедушке и папе. Вот. Лейла, нет. Я, короче, решила тут поменять. У меня тут другая вещь. Значит, уже есть типа снежинка. И на этой снежинке будет пожелание типа счастья, здоровья и всего такого. Значит, вот эта открытка, это такая у нас. Это урок для мамы. Так, пожелание. Пожелание это вот снежинка. А, значит, пожелание и вот такая вот картиночка. Так, значит, дальше у нас идет, это у нас для папы. Так, тоже обложечка вот такая, я у всех нарисовала по обложечке, и вот. Потом, также, это для бабушки, так, пожелание, и вот такая вот картиночка. И для дедушки, значит, так. И вот так. Вот такой вот. Сейчас еще сделаем для вот этого снежного пожелания. И сейчас будем делать свое. Сейчас я расскажу, как это делаем. Лайфхак такой. Берете листочек, как делать вот такую вот открыточку. Тут уже фейерверк пускают. Короче, берете и складываете листочек в два.
Так, ребят, в другом случае нам с вами понадобится ножницы, потому что без ножниц мы с вами ничего не делаем. Загнули в два лукушка. Загнули на два. И заделяем, получается, еще. А у нас реально полностью на лукуша. И вот, хотя время... Время 22 минуты 10 вечера. Бабушки не пускают. Ну, значит, у людей уже Джингл Беллс устраивает. И сгинайте это еще два. И теперь это все разгинается. И таким образом вот так обрезается. У нас получается такая вот открыточка. И рисуйте на ней точку. Нам осталось теперь все вырезать и красиво оформить. Я взяла ножницы, значит, берем ножницы и вот так это все обрезаем. Можно не очень ровно, конечно, обрезать. Опа, ну, можно ровно, можно не ровно. Я потом, знаете, как делаю? Я потом вот так делаю. Так, сейчас мы вот эти открыточки вывели, я сделаю немножко другую, потому что как она ребенок, ей навряд ли будет интересно читать записки. Значит, ну, как бы я уже сделала, сейчас мне осталось только вам показать и еще сделать снежинку своей сестре. Это будет как бы снежинка по желанию, там будет написано все, что нам нужно, ну, типа там счастье, радость и... И что мы для этого делаем? Мы вот так обрезаем это все. Осторожно, осторожно. Потом загинаете это вот так. Это очень круто. Ровная ли она, не ровная? Это сильно типа роли не играет. И рисуем вот так. И вырезаем это. Забираешь сейчас все и красиво один желание. Мне вот это красиво получилось. На камере не сильно, не сильно видно, не знаю почему. Ну, должно быть, короче. У нас с вами была такая снежинка. Вот ты посмотришь, обычная снежинка такая. Переворачиваешь. Это была такая снежинка с пожеланием. Вот так. Такая вот красота. Сейчас хорошенечко подкрашу. Давайте я покажу вам все, что я делаю с детьми. Значит, это для Лео такая снежинка по желанию. Она наклеит ее куда-то в свою комнату, потому что она обожает что-то клеить. Она обожает клеить снежинки. Вот эта снежинка для моей сестреночки. Это для мамы. Вот такое вот пожелание. Вот такое вот пожелание. Это у меня для папы. А бошка с ним одинаковая. И это для бабушки. Вот такая картинка, кто не разглядывает. И это дедушки. Так, того у нас 5 поздравлений. 5 поздравлений, да. Так, в общем, ребята, всех с наступающим Новым годом, всем всего самого наилучшего, чтобы все ваши мечты сбылись, всем удачи, всем пока.